Новосибирские экологи требуют отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода в устье реки Издревая. В качестве альтернативы предлагают рассмотреть площадки на левом берегу Оби или на месте уже существующих полигонов. Так предприятие нанесет меньше вреда окружающей среде. Рассматривался ли вопрос о том, чтобы, например, вот свалка, которая под Кольцово, могла бы служить основой, потому что территория уже испорчена. Почему бы нам не взять, у нас существует золоотвал, у нас много нарушенных земель вокруг города. У нас очень много брошенных сельхозземель, которые истощены, которые, чтобы их восстановить, нужно в них вкладывать. Возможно, эти полигоны можно использовать. Напомню, правительство Новосибирской области подписало концессионное соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода и размещении мусорного полигона в устье реки Издревая. Проект вызвал много споров и вопросов. В частности, экологи и ученые говорят, что может быть нанесен серьезный урон природе. Неподалеку от места будущего строительства находится территория, претендующая на статус охраняемой зоны. Это единственное на Земле место, где сохранились коренные березовые леса, где новые деревья появляются без участия человека. В низинах на болотах встречается папоротник, который рос здесь еще 2 миллиона лет назад. Во время исследований ученые обнаружили 9 видов растений, включенных в Российскую Красную книгу.